Ладно. Всем привет, с вами Мегахиста и... Мистер Слайд. И сегодня мы снимаем специально для канала про Бродтим. Наши каналы будут, ссылочки в описании вот тут внизу. И сегодня мы играем оба с шейдерами. Да, я думаю, и пойдем добывать дерево, что ли? А я пойду собрать пластика. В общем-то, я создал сервер долгожданный для 1.2.5, который получился наконец-таки, потому что у нас постоянно что-то не то, в общем, происходит. Извините за некоторые лаги. У меня пока 15 FPS, нормально будет, пока не пишет. У меня тоже 15. Вы этого не видите, но 6 FPS, это хорошо. Да, 16 уже. Ну, не лагает, в общем-то, это хорошо, поэтому... Это наше первое видео, и на канале про Бродтим, ну, почти первое видео. Нет, ну... Я как бы не очень-то отношусь к каналу про Бродтим. Нет, мы, конечно, вдвоем как бы, да, клуб там, типа, все бла-бла-бла, все такое. Да, кстати, вот этот, который сериал вещал, хоррор... Сериал он будет, но потом. Да, он будет, но когда мы наберем героев, и что-то мне не хочется делать сериал какой-то. Ну, или мы не хоррор, может, что-нибудь придумаем сегодня, я думаю, вот. Поэтому, и да, я... Да, он сделал приколы по Dead Rising, ссылочка будет в описании видео. А что там? Ой, зачем я травочку выкрутился? А, да, колышки прикольно, вот я никак не могу привыкнуть, кстати, вот к... Мне больше всего нравится в шейдерах, я потом другие установлю, тут тоже будет трава. А что, еще другие есть? Да, есть, ну, стандартная, смотришь на один блок и все размывается. Еще трава двигается. Которая вот на дереве, да? Да. Ну вот вы видите, только у меня, наверное, вот такая говняная трава. Вот, точнее не трава, а вода. И вот когда мы туда опускаемся, ну, довольно нормальная вода. Она почему-то с точками синими. Ну, это, наверное, связано с Java, но я уже добыл, тем не менее, дофига досочек. У меня только вас 8. Все, я сделал верстак. Я его... Да, и возможно, мы сегодня, может быть, даже снимем сериал, да, вот, ну. Ну, тоже с шейдерами. Я, да, наверное, буду снимать, вот как вы знаете, такие сериалы, где один пацанчик, ну, не пацанчик, а тот, кто снимает, летает, и снимает всех других. Что-то когда я крафчу, у меня FPS один. Ну, так вот, один летает и снимает всех от третьего лица. Вы знаете такие? Может быть, такой будет. Третьего лица? В смысле от третьего? Ну, смотри, один снимает, вот летает, просто летает, геймод рубает, делает F1 и летает. Ну. И снимает другие. Может быть, вот такой сериал, но более, ну, мы думаем, что будет все-таки обычный. Так, вот теперь я продолжу снимать, у меня будет такая версия немного, потому что у меня иногда вылетает Майнкрафт, я не понимаю почему, но у сервера все будет. Но, ну, полная. Канал сервера будет продолжаться, мой, я не знаю, по событиям. Да. Так, почему-то уже так темно. Да. Я вообще ничего не вижу, у меня яркость какая-то. Ярко, да, вроде. А хотя давай я вообще сделаю темно. Чтобы было страшненько. Ой, блин, я вообще нифига не вижу. Вообще ярко. Нет. И да, я завтра, возможно, уеду, Сашок этого не знал. Вот сейчас я думаю. Печально. На дачу, да. Я не знаю, еду завтра или в воскресенье, по-любому, в эти два дня какой-то из них. И вот на несколько дней я прервусь, в общем-то, прерву свою карьеру и... Я, конечно же, буду, не знаю, что делать. Может быть, буду играть с другими своими друзьями, которые вы, наверное, знаете. Война. Я вообще вот так. А, ты прокопал куда? Зачем ты туда прокопал? Я дофига тут камни копаю. Я почему-то столько камней прокопал, у меня только 3... Я вообще не... Гошан. Так, извините, кстати, за такие проблемы в скайпе, в приключениях, там, эпичные приключения, проблемы в скайпе, это просто что-то скайп лагает. А мы больше не знаем никаких там связей. Так, я вообще завис, я нажал, чтобы сделать полный экран, сделал полный экран F11, у меня вообще черный экран и показано с желтыми цифрами 16 FPS, я не знаю. Ну сейчас пойди дознать, девчонка, да Гоша, пожалуйста, успокойся. Итак, ты, пока Сергей вылетел. А я вылетел? Хорошо. Да, ты вылетел сама. Почему-то мы вот добываем камни, у нас еще ни единого файла.
Мы, если что, вот играли, сервер мы когда-нибудь, если у нас получится, откроем. Может быть, в будущем, если мы там разберемся с сером, сервачком, то мы, может быть, сделаем отплей с модами, будем обозревать снапшоты, может быть, даже будем обозревать моды, но это по событиям. Еще, собственно, вот эти два дня, которого серого не будет. Надеюсь, я вас буду развлекать в синглплеере, так же, как мистер Слайд сделал. Ссылочка будет, наверное, в описании. И, как всегда, наш серый поработает всякими... Извините. Да. Всякими... даже не знаю, как это сказать. Ну, черный экран, в общем. А, вот все, проблема с Java, я не снимаю. Вот, всё, итак, я сейчас... Я на данный момент не снимаю, поэтому я сейчас... Что, ты тоже снимаешь? Да. Ну, так вот. Я сейчас вылечу из Майнкрафта, походу. Блин, я сейчас мышку сломал. Таким ножа себе убор. Кто бьет? Кто бьет? Хрень? Да бьет своя совесть. Так, окей. Нет, ну, что еще хотелось бы сказать по поводу жизни? Жизнь! Ты будешь говорить своих подкастов? Я не знаю... Дай мне камень еще, две штучки. Две штучки? А, меча, что ли? Да. Ну, на. Какой же ты догадливый, дорогой мой сынок. Как раз у меня чисто 10 осталось. Так, а все, как я люблю, разложу. Вот этот Гоша будет теперь наш мини-трук. Он никак не засёт у серого. Будет мини-троллем. Я хочу. Мини-троллем, да, мини-троллем. Так. Муми-троллем. Кстати, вот, когда мы... Заменяй муми-троллем, есть только один попугай. Да, кстати, вот, уже была идея, собственно, вот, вы видели мой подкаст, когда мне еще не было звука. Так, лаги, пройдите. У меня не было звука. И вот вы помните, что там было по типу мое последнее видео со звуком. Там были вот эти шейдеры, вы можете посмотреть. Там они были. Ну, вы, наверное, их видели. У меня слишком сильно лагало. Серму скоро придет мастер, ну точнее, кое-кто придет. Будет, наверное, через месяц, скорее всего. Да. Так, ну и мы тут стоим, не знаю, что делать. Забираю верстак, короче. С такими лагами невозможно играть. У меня нормально вроде. Вот смотри, тут у меня мышка мешает постоянно. Я вот вожу уже бум сразу вверх. Бум! Как пушка. Ну, я тоже, вот у меня она иногда, вот когда я крафчу, например, всегда кладу, и она у меня вот так вниз уходит. Так. Надеюсь, кстати, вы видите только Майнкрафт экрана, то это будет фейл. Так, у меня 3 еды. Ну, ладно, зомби, иди сюда. Кому интересно, мы играем на высшей карте, но кто же... Обычно выживание летсплей. По идее, это сложность сложная. Дай! Ой! Так, у меня... Уйди отсюда! Так, наверное, мы уже скоро закончим первую часть и будем ее монтировать. Да. Я когда смонтирую, ну, у меня она очень долго монтируется. Отдай. Отвали. Отвали от меня. У меня 10 FPS, паук, ну ты же понимаешь, ну ты же дом. У меня 4 FPS, фу ты, 4 сердечка, чё? О, чинтик. Я пока поем главков. Так, я посмотрю за лицо. Ну, кстати, у меня, я сейчас умру. Не умрёшь, сложность не сложно, чувак, беги! Короче, так, сейчас я вернусь, потому что...